Не только разумные, але и спортивные. Университет имя Янки Купалы подписал погоднение об супрацовництве с Центром сучасных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». Яно дотычится развития баскетбола 3 на 3 и накировано на отримание докладного плана работы с Гродненским регионом. Я нахожусь сегодня в стенах очень мощного учебного заведения, которое имеет практически, ну там пускай без 10 лет, может быть, столетнюю историю. Это университет, который знает не только сегодня в Беларуси, его знают в России, его знали и в Советском Союзе. Есть прекрасный факультет физического воспитания, которому немногим более 30 лет, но 30 лет это тоже достаточный возраст для того, чтобы давать высококлассных специалистов, которые дает факультет. Поэтому, наверное, в этих стенах мы немножечко поговорим о работе совместной наших спортивных вузов Российской Федерации, университетов в целом и в частности факультета физического воспитания. Думаю, здесь на этой площадке мы тоже поработаем. Удельники сустречи засяродили увагу на совместной науково-практичной и осветницкой деятельности ВНУ Беларуси и России. Обмерковали так само варианты проведения споборництва и особных матчей. Головная мета погоднения – притягнение уваги молоди до баскетбола 3 на 3. Мы пока имеем намерение о развитии, в том числе и материально-технической базы, но не это главное. Самое главное – это вовлечение студенческой молодежи в активные занятия спортом. С корпорацией «Росэнергоатом» на самом деле наши сотрудники работают в лице организаторов турниров под эгидой данной организации, спортсменов, тренеров. И на данном этапе вот такое сотрудничество уходит на качественно новый уровень. Мы ожидаем положительный импульс для студенческого спорта именно в данном направлении. Баскетбол 3 на 3, как особный вид спорта, оформился относно недавно. Первые профессийные споборництвы провели в 2010-м. С 2020 года он включен в программу олимпийских гульняв. За непротяглый час Беларусь на международной спортивной арене поспела уже взять множество наград. Это и серебряные, и бронзовые награды европейских игр, которые проходили в Минске не так давно. Это и серебряные награды первых игр стран СНГ. Среди юниоров у нас большое количество успехов. Парни в категории до 18 лет стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Девушки, будущие абитуриентки нашего университета, в категории до 17 лет стали бронзовыми призерками чемпионата Европы. То есть, видите, за последние, а это все буквально последние 3 года, мы принесли в копилку нашей страны большое количество наград. У рамках встречи у Купалуским было подписано еще одно погоднение об сотрудничестве помеж управлением спорта и туризма Гродненского облвыконкама и Центром сучасных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». Документ дает возможность больше популяризовать баскетбол 3 на 3 и другие виды спорта. Позитивный опыт уже есть. Только за 2022 год представники Беларуси и России совместно провели больше 400 мероприятий, связанных с разными спортивными дисциплинами.